Здарова всем, с вами Хилл Хьордс, и это у нас игра Chronos Before the Ashes. И вы не представляете, так она мне понравилась, ух. Короче, надо сразу рассказать предысторию. Огромное спасибо Кошаку, я вчера захожу, он такой, вам, короче, этот, получен подарок в Steam. Ну, мы в итоге договорились, что не очень я хочу такой подарок. Я, конечно, дико извинился, но, блин, ну серьезно, типа, 1,5 рубля тратить на сингловую игру, тем более вот такую. Не, давайте сразу скажем... Ну, не знаю, 3 секунды поговорим. Почему она мне так не понравилась? Я очень был впечатлен Remnant, который Remnant from the Ashes, и думал то, что эта игра будет как минимум, ну, не сильно хуже. А по факту данная игра как бы такая некая адвенчура, некий квест с минимальным количеством боевки, боевой системы, где с кем-то нужно драться. Вот поэтому, видимо, она мне так и не понравилась. Но, как я и обещал на стримах, мы эту игру в любом случае попробуем пройти, постараемся очень сильно пройти. А получится, не получится, это совсем другой вопрос. А совсем еще один другой вопрос. Я не помню, куда мне идти. Это вот корень. Он тут со мной терки трет. По-моему, вот сюда. Насколько я помню, на стриме мы закончили на том, что сразились с боссом. Блин, по-моему, не сюда. Ладно, видимо, первые пару минут придется вспомнить, куда идти. Мне там много советов написали. Больше всего меня порадовало, как один человек заявил, что это не боевая система деревянная, это ты деревянный. Нет, если бы... была возможность у этого человека, мне кажется, поиграть в какой-нибудь Dark Souls, он бы понял, о чем я говорю. Там персонаж очень отзывчивый, очень хорошо, как бы, скажем так, взаимодействует с тобой, быстро откликается. Здесь же нет, здесь вообще не так. Ты как ни пытайся нормально управлять персонажем, он настолько деревянно, настолько топорно как-то вот ощущается. Ну, я думаю, многие понимают. Так что с этим суждением я вынужден в корне не согласиться. Это прям очевидное начало. Я вот не помню, куда вот это меня приведет. Давайте сходим. Но вообще, по-моему, мне не сюда. Тут мы, по-моему, с боссом начальным дрались. Или нет? Короче, ладно, первые несколько минут я буду пытаться вспомнить, куда же да. Тогда нам по-любому в ту дверь. Но куда потом после той двери? Я потом тоже же какой-то механизм использовал, куда-то прошел, зачем-то что-то там открыл. Но босс следующий очень красивый. Ну, если... помнить, то по сюжету нам необходимо найти, по-моему, и завалить 3 стражей. Ну и в конце будем драться с корневым драконом, если я не ошибаюсь. Да, и выбор меню на таб, это просто мое почтение. Почему нельзя сделать дефолт на Escape? Хорошо, вы хотите делать уникально, вы хотите сделать меню обязательно на таб, продублируйте, пожалуйста, разработчики, его еще и на Escape. Вот такая политика мне просто в корне не ясна. Зачем, чего, кого, почему... Здесь можно скипнуть, но, по-моему, я иду не туда. В любом случае, нам еще огромное количество раз сюда возвращаться, потому что, как я уже и сказал, это, к сожалению, типа квест. И у меня в инвентаре огромное количество всяких ништяков, нахрен мне не нужно, которыми я обязан грамотно пользоваться. Вот, ладно. Еще многие ребята написали то, что Влад... ты там поиграй побольше, чем больше играешь, тем больше зайдет. Но нет, мне кажется, если уже игра не понравилась, она, конечно, может стать менее неприятной, но тем не менее. Так что вот. Стараюсь эту игру допройти, ну и потом буду Морбид добивать. Там еще и демоны эти, тенденция, 10-го Cyberpunk выходит. Ну, Cyberpunk я как бы... вот честно, я эту игру больше Cyberpunk ждал. Не могу сказать, почему вот такой вот я странный молодой чемодан, но вот честно. Господи, вы бы знали, как в доме холодно, на улице минус 16, просто адовый ветер. Я сижу, блин, в двух футболках, в двух кофтах, в штанах, и мне охрененно холодно все еще. Когда же эта зима закончится? Она не закончится, она только началась. Можно сегодня мне заряженную атаку, нет? Бам. Что с лицом, братан? Блин, я забыл, что он сбивает мне атаки. Ну ладно, тогда я не буду жадничать. Жадность до добра не доведет. Ну так, потихоньку, помаленьку будем качать. Мне что-то еще сказали качать. Ловкость 120, выносливость. Что выносливость дает? Ну давай что-нибудь прокачаем, пусть будет. А, надо вот так нажать, окей. Пока все, прокачали, хорошо. Стамины много не бывает, мне говорили. По-моему, я пошел не туда. Поворот не туда. О, можно пуху прогрейдить. Кстати, давайте, наверное, это и сделаем. То есть у нас есть инвентарь, у нас есть молот крыллов. Улучшить его, 8, улучшить. Потом еще сказали, будет какое-то копье хорошее. Ну и, наверное, буду позиционироваться. Буду чаще всего выбирать оружие на силу. Ого, засада. Гэнг-бэнг, мать его.
Еще сказали то, что блокирую атаки. Но какой смысл блокировать атаки, если это тратит почти всю выносливость? И проще выбрать тайминг ворот и сделать ворот. Если бы, конечно, ворота нормально, адекватно были. Я все-таки как бы играл в Dark Souls, больше привык к Dark Souls. Бафнемся. Да, еще мне сказали не использовать лок цели, типа так проще за спину противникам зайти. Ну, как бы, может быть и да, но я банально не могу нормально как бы управлять персонажем без лока цели. Эффект от драконьего сердца просто трехчасовой. Может, я просто спрыгну нафиг в обрыв и все? И мы не будем больше заниматься этой фигней. Это, знаете, как называется? Чуть-чуть не попал в тайминги боевой системы, и все, и задница началась. Ну, кое-как. Я могу... Я... Все, я к боссу, по-моему, сейчас приду опять. Ну, пойдемте, куда деваться, как говорится. ППшки нет, но вы держитесь. Так, тут тупик, и сейчас будет босс. А, тут еще с этой фигней драться. Я нажимал ворот. Ну, давай вторую сразу. Вот так. Чтобы она не выделывалась. Здесь постараемся потерять минимум хп. Ну и вот босяра. Может и не босяра. Каменный голем. Да, ворота тут, конечно, мое почтение. Здорово, ворота. Давно, блин, не виделись. Там еще колдун какой-то сверху стоит. Я попробую его одолеть. У него хитбокс руки очень огромный. Я не могу его обойти. При всем, зараза, желании. Насколько я понимаю, ворачиваться надо прям в самый последний момент. Но здесь он меня застанлочил, потому что он петух. Ну-ка. Лучше всего за спиной у него быть, но этот черт не дает мне зайти ему за спину. А, он все равно меня дамажит. Это очень странно. Как бы я же увернулся, причем хорошо увернулся так. Я увернулся сейчас 2х, бро. Ты петух, и ты не прав. Братух, ты не прав. Ну, короче, знаете, в чем проблема? Он иногда делает атаку, иногда не делает атаку. Иногда ты ему можешь сбить его заряженную атаку, иногда ты не можешь сбить атаку. Иногда ты можешь начать удар и потом его отменить, сделав ворот, иногда не можешь. От чего это зависит? А я не знаю. Игра, ты знаешь? Игра тоже не знает. Ну, у меня уже второй забег происходит. Я буду максимально профессионально уворачиваться. Пока что вроде бы получается. Главное, чтобы эти негодники не побежали за мной прямо до босса. Потому что я хочу с боссом раз на раз переговорить по-мужски, знаете ли. А не вот это вот все. Блин, по-моему, они со мной пойдут. Главное, скалопендру за и выйдеть. Как вы знаете, в детстве я снова ходил в школу у воротов, поэтому проблем у меня нет. Поехали, ну шо? Ну шо, сутулый? Are you ready? Тут, оказывается, есть бой. Музыка в бою. Офигеть от новости. Почему он этим АОЕ эффектом так далеко бьет? Это же незаконно. Господи, ну какой... Какая топорная игра, какие дерьмовые хитбоксы. Ну это просто безумие. Ладно, я постараюсь не гореть. Вы же понимаете, что я сгорю сейчас нафиг. Это я проточил в уху себя. Я просто не могу понять, в какой момент нужно вернуться. И в конце концов, он еще всегда второй рукой... Отлично, он меня зажал. Он всегда второй рукой заденет. И как бы я ни увернулся, у меня нет возможности не получить дамаг. Считаю это калом. Потому что сейчас я 100% увернулся. 100, падло, процентов. А сейчас я не увернулся, но мне засчитали ворот. Мое почтение игре. Я явно проектировал гений. Гений игр. Просто вот он все знает. Он эту жизнь почуял, как надо жить правильно. Как игры делать, не иначе. Ну, нормально, братан. Давай, руби меня. С левой, с правой, плевать. Музыка орёт, пипец, просто босс говна какого-то. Ладно, еще разочек. Я ж люблю. Мы уже почти добежали до босса. Из интересного, когда мы стримили, получается, 1 числа, когда игра только вышла, в стиме были в основном положительные отзывы, там то ли 8, то ли 12 было, и почти всем
все эти отзывы были по предоставленному ключу. То есть людям дали ключ, они сделали обзор, но сказали, ну в принципе, знаете, играть можно как бы, говно и не сильно воняет. Вот, а как только люди начали играть сами за свои деньги, там тут же я там запросил рефан за 20 минут, еще что-то, то есть нормальные, те, кто понимают, как должны выглядеть игры, они не считают эту игру более-менее адекватной. Вы знаете, насколько я лояльно отношусь к играм. Мне может понравиться, ну, как бы прям очень-очень-очень бюджетный, очень такой, не знаю, индюшный продукт, но, камон, вот это прям, ну, очень туго играется, вот врать не буду. Ну, я думаю, вы сами все видите. Настолько неспешной боевой системы я уж 1000 лет не видел. Ладно, сейчас виноват, плохо вернулся. Ну а кто из нас делает хорошо? Почему идеальный уворот срабатывает как бы... Ну, он странно срабатывает, то есть он срабатывает, и воспользоваться я им по сути-то толком и не могу. Ух, ничего себе у него дамага стало. Дядь, не бей, пожалуйста, мне надо срочно полечиться. А, то есть он просто мне сбил драконье сердце. Ну, мое почтение. Дебил, лечись быстрее. Господи. О. Человек, который занимался созданием анимаций в этом проекте. Просто, я не знаю, ты поиграй в игры, посмотри, как это нормально делается. Сначала, чтобы сделать, применить драконье сердце, персонаж полностью становится, кладет оружие, достает драконье сердце, начинает лечиться. Зачем? Зачем здесь все такое долгое? То есть, когда я лезу по лестнице, я полчаса смотрю на то, как персонаж складывает оружие, слазит, потом достает оружие. Любая анимация... Ну, короче, ну, вы все видели, чего я тут распинаюсь? Просто, чтобы вы понимали, в нормальных играх со сложными боссами драться интересно. В этой же игре... Ну, неинтересно от слова совсем, потому что не дай бог ты сделаешь чуть-чуть не так, и даже ты ничего не сможешь противопоставить, потому что это не твой косяк. Ты-то со своей стороны сделал все правильно, все как надо. Но из-за кривой игры ты просто получаешь по щам в любом случае. Это бесит нереально. Я не знаю, как вас, меня безумно бесит. Я бы не хотел зависеть от пососных хитбоксов этой великолепной игры, в скобках нет. Ну вот, сейчас я пытался увернуться. Я не мог увернуться, потому что я застревал в его левой руке. Это нормально? Это ненормально. Я могу с этим что-то сделать? Нихера. Ну потому что, ну код, короче, это... Рукой неправильно написан, поэтому не получается уворачиваться. Главное его забайтить. Хорошо. Дать ему по щам еще. Пока он будет делать... Ну, братан, ну твою-то мать. Я снова ни черта не могу увернуться, потому что я застреваю в нем. Это просто говно из говна. Он даже... Мать моя, он даже заряженную атаку нихера не делает. Ну что за инвалид? Что за... Ладно, поставим. Спасибо, что этот босс залагал сегодня. Как заряженная атака тут делается? И вы понимаете, я даже не могу комбинации делать. Я не могу делать комбинации, потому что настолько долго анимация происходит, что просто удали и выйди из игры. Называется это. Это незаконно. Вот реальный персонаж рахитозник. Он вообще ни черта не может сделать. Ни черта. Он просто даже не может комбинацию продолжить. Ну неужели это так сложно реализовать? Какая сутулая... Управление здесь реализовано, мать моя. Сейчас у меня работает комбинация из связки этих ударов. До этого не работало. Как это работает, кто это сделает, я без понятия. Гул энергии этого шарообразного камня отдается вибрации глубоко в костях, в то время как его мощь проходит сквозь вас. А там, походу, какой-то наблюдатель был, Куколд стоял и смотрел, как я его этого... Ну, побеждаю. Не знаю, миньона, не миньона, кто это он ему был. Я все еще не нашел какой-то предмет, который у меня просил этот кузнец, вроде бы. Ну вот что это за анимация по лестницам лазания? Получасовая, двухдневная. Зачем так долго? Не понимаю. Да, еще меня очень порадовало то, что в Стиме почти все пишут. Ну, поиграл 20 минут. Ну, знаете, я все понял. Поиграл час, знаете, я все, в принципе, понял. Мое почтение просто. А, блин, честно, я думал мне с ним разговаривать. Вот, честное слово. Поэтому я так уверенно и пошел. Мне с ним драться.
руби своих, чтобы другие боялись, добро. А что такое, братан? Больно в ноге? Обрывок гораздо более крупной картины. О, это я помню, мне нужно было куда-то это вставить, но при всем своем уважении к этой игре, я не помню, куда это нужно было сделать. Но в любом случае, сейчас мне теперь шастать где-то здесь и искать, куда воткнуть. Вы знаете, я, наверное, предпочту не драться с этими сверхразумными, потому что я не вижу никакого смысла тратить на это время. Поэтому, полагаю я, мы будем просто бегать. Как умалишенные, надеюсь, что до нас не доберутся. И рано или поздно, ну хотя вот этот хочет получить по щам, он и получит. Туда тебе и дорога. Здесь у нас засада. Чтобы вы понимали, я делал заряженную атаку. Но заряженной атаки не произошло. Почему? А хрен его знает. Ну, по приколу. Ну, типа, зачем заряженная атака, если можно не делать заряженную атаку? Правильно? Правильная игра. Все верно. Хорошо, что мы с тобой нашли общий язык. А люблю играть в хорошие игры. Жаль, что это не одна из них. Не, будь у меня Nintendo Switch, я был бы рад поиграть в такую восхитительную игру. Но у меня, к сожалению, компьютер, который предполагает хотя бы минимально нормальную графику. Ну или хотя бы минимально нормально работающий продукт. А не вот это вот, знаете ли, все. О, как я клёвый его. Ну, победили кое-как. Но проблема в том, что нам не сюда. Я, наверное, буду сильным, да? Фига, сильный прям. Ух, какой сильный. Больно бью. Не могу открыть. Знаете, в чем еще большая проблема таких игр? Ты когда играешь, ты вообще просто космически не понимаешь, куда ты ходил, если ты уже поиграл в эту игру. Ого. Вот это, кстати, неожиданно. А, он блокирует даже спиной. Нормально, нормально. Это я люблю. Это прям классика того, что... Того, как игры должны работать. Хорошо должны игры работать. Жаль, что это не работает. Так, этим тщательно заточенным клинком, сделанным келарами, можно наносить быстрый удар, но ему не достает веса для нанесения по-настоящему страшных ран. Видимо, новая пуха, полагаю я. 45. Он еще меньше, чем топорик дамажит. И, к сожалению... Я, наверное, даже не буду его носить, потому что дамага в нем будет меньше нуля. Нам все еще нужно найти то, куда же нам воткнуть осколок картины. Господи, ну как все это дерьмово сделано? Просто нет слов. Вы меня простите, я периодически буду гореть, но потому что я не могу к этому привыкнуть. К этому невозможно привыкнуть, когда что-то через жопу работает. Надеюсь на понимание. Не нравится? Всегда можно выключить и написать, какой я нытик и как мне не нравится. Но, по-моему, это не то, куда нам надо. Здесь тупик. А, нет, как раз-таки, по-моему, здесь картины и есть. Очень нелогично, очень неоднозначно, но как бы да. Кто я такой? Поехали. Инвентарь. И да, я такой хочу пролистать влево, потому что я знаю, что последний предмет, который я брал, он будет в конце. Но нет, братан, листай и все. Тебе же нравится листать. Сейчас еще и по роже дадут. О, это же противники из мира Яйша. Слушайте, я реально в Яйша могу телепортироваться? Блин, вот это... Я не знаю почему, но это как-то немножко впечатляет. Типа прям серьезно, не знаю. Ну это круто. Блин, как меня достал будильник на телефоне. Он перед тем, как позвонить, пишет: братан, через 15 минут я буду тебя будить. Нахера, бро, я хочу 15 минут поспать. Сегодня душный день, пришлось встать намного раньше, чем планировалось. Знаете, это прикольно, серьезно, это прям not bad. Врать не буду. Ну и теперь я могу телепортироваться, окей. Мне еще до сих пор в комментариях даже почти ничего не заспойлерили, за что огромное спасибо подписчикам. Но знаете, чем дальше, тем более неприятные противники. И в плане того, что тем дольше я их пинаю. Как по мне, это немножко нечестно. Ну так-то да, через щит достаточно легко играть. Тут я с вами спорить не буду. Я же не хлеб какой-нибудь. Я хочу пробовать мастерство показывать.
Где-то у него гаечные ключи. Мастер. Ламмастер, блин, местный. Давайте выносливость. Пока еще не знаю, зачем мне инта нужна. Реально не знаю. Пока прям вообще непонятно. Еще меня просто люто бесит то, что вот предметы, которые я беру, они в ужаснейшем изображении. Разрешение. Ну что это за говно? Ну сорян, ну незаконно, алло. Так, что это? Зачем мне это нужно? Я не знаю. Тут у нас что? От этой вязкой субстанции веет ощущение мерзкой силы врага. А, глаз голема. Это нужно этому кузнецу отдать. Давайте попробуем это сделать. Кажется, ее притягивает к странным осколкам, которые можно найти во владениях дракона. Если приложить ее к этим осколкам, он начинает показывать их истинную... Истинную что? Истинную сущность, истинную природу. Братан, а теперь что ли какое-то дело есть? Ну, понимаешь, мы как бы... У нас была игра, вот, на Nintendo, на Oculus. Мы, короче, таки Ctrl-C, Ctrl-V там. Какая-то программа, которая все это портирует. Блин, ну на русском языке немножко шрифта не умещается. Там полтекста... Человек, который будет играть, он не видит. Ну кому какое дело, камон, мы там зашлем ключи кому надо. Скажет, игра хорошая, продажи будут. Вы серьезно? У вас шрифт немножечко не, ну как, не влазит. Ну, не должно так работать, господа. Ну почему все так душно? Может быть, я, конечно, чрезмерно бомблю с этого, но не должно такого быть. Так, как я и сказал, нам нужно найти кузнеца. Я вообще не помню, где он был, но полагаю, что где-то в самом начале. Есть предположение, что вот где-то здесь. Может и нет. Давайте попробуем, если что, заспидруним прям быстро. Так много вопросов, так много вопросов. Сколько нашему персонажу уже летов? 37, нифига себе. Сказали, от старости персонаж умереть не может. Это хорошо. Я, наверное, спидруинить буду. Оно, знаете, как бы, вот, те люди, которые говорят, что привыкнуть можно к чему угодно, я полностью согласен, но, блин, хотелось бы все-таки больше удовольствия от игры получать, правильно? Думаю, с этим тезисом вряд ли кто-то будет спорить. Так, ну ищем сундука, кузнеца. Я все еще не знаю, как с этим дебилом драться. Повезло, повезло, что я его ваншотнул. Что же мне кузнец сможет дать? Мне прям, знаете ли, интересненько. Как же бесит, что любая их атака станлочит любую мою атаку. Такого тоже не должно быть. Дайте хотя бы оружие или... Ну, я просто буду молчать. И стараться лучше угадывать тайминги. Так, а вот тут я не помню куда. Честное слово, немножко не помню. Мам сюда. По макушке тебе. Ну, то есть через ящики стреляют, там просто снайпер. Просто Джонни Соколиные яйца, вот. Просто посмотрите на это падлу. Просто стреляет через ящики. Просто говорит, я так хочу, братан. Ты, наверное, не в курсе, я тут самый точный, я тут самый меткий. Я тут, короче, босс этого уровня. Я не помню, где был кузнец. Вон. Осталось только добраться до него попробовать. Твою мать, еще более заряженную долгую атаку нельзя было реализовать, братик? Не, засрал. Не, нормально, повезло. По красоте сделал. Может, у меня получится по стелсу пройти? Ты же не пойдешь ко мне? Нормально. Глаз голем побежден. Вот уж не думал, что доживу до этого. Возможно, для этого несчастного королевства еще есть надежда. Вот как я и обещал. Это стремительное оружие сочетает в себе скорость цеппа и разрушительную мощь молота. Хорошо, это все? Больше у меня для тебя ничего. Это все, братан? Are you fucking kidding me, bro? Так, Моргенштерн, сила... Ну, у меня-то вон, гляньте, сколько всего.
Ну, может, она будет быстрее бить? Я, конечно, попробую, но ничего не обещаю. Хочу внезапно нанести урон. Нанес. Анимация как в этом. Ну, в принципе, я думаю, все, можно немножко упасть и потом отправиться в следующий мир. Потому что, ну, если дойдем до телепортации, конечно, я использую. Но не хотелось бы. Крысы, текайте с села, я иду. Почему так мало драконьих сердечек? А я не понял, почему у меня супер заряжено. Еще раз, можно повторить? А, если долго держать, она будет зажигаться. Ну, это, конечно, интересно. Но не настолько интересно, как неинтересно, как вы можете понимать. Так что, как-то так. Просто ненавижу всякие адвенчуры, квесты, вот, головоломки, это не мое. Дайте босса, я буду с ним драться. Дайте босса, который немножко хотя бы нормально работает, я буду с ним драться, а не вот это вот все. Я как бы к этому все клоню. Ну, в итоге что, телепортировался я в мир Яйша. У нас есть новый цеп, который, я даже не знаю, но в любом случае, пока я его не смогу нормально проточить, полагаю, смысла нет. Потому что с молота гораздо больше урона, как мы все можем понимать, в принципе, это не секрет. Ну ладно, он меня переиграл. Ну, в принципе, супер заряженными атаками можно их карать. Карательный отряд выехал. Осталось только победить всех. Ждем, делаем ультра-убер заряженную атаку и роняем его. Два удара, он побежден. Ладно, в это можно играть. Когда у тебя есть ответ на этих говнюков. Не более. Возможности буду всегда скипать эту херовую анимацию. Которую неизвестно кто сделал. Только смотрите, я сейчас замахнусь, вот проверяйте. Он бы меня ударил. Еее, левел ап, я так долго этого ждал. Не может быть. Рэгдола даже нет. Ну да, зачем он в этой игре? Ахаха, что такое рэгдол? Непонятно. Надо будет потом посмотреть, насколько быстрее я бью Моргенштерном. И вообще, имеет ли смысл его брать или нет. Так, ну вроде бы нормально двигаем. Блин, хоть бы тут было линейное, пожалуйста. Нормально я его подловил. Врать не буду. Оу, щит, он умеет ворачиваться. Нормально, повезло. И иногда везет и мне, не поверите. Ультра-убер-мега заряженная атака, которая не тратит стамины. Мое любимое сочетание. Ну давай бей. Ой, как. Жалко, это сломать нельзя. Было бы неплохо. Тут буквально на пару минуток пришлось прерваться. Я, в общем-то, очень хороший тезис придумал. Знаете, как бы я описал у ворота в этой игре? Возможно, мы только что отсюда пришли. Если вы играли в Dark Souls 2, то вы можете знать, что там есть такой параметр, как адаптивность. Так вот, без этого параметра вы не могли нормально уворачиваться. И вот я бы сказал, сравнил эти ворота вот с тем, что у вас нету параметра адаптивности. Я думаю, это очень неплохое сравнение. Блин, если у вас такая дерьмовая боевая система, зачем вы двух противников сразу ставите, серьезно? И это так не работает, разработчики. Ваша боевая система воняет говной. А вы, блин, тут кучу противников ставите, ну вы чё? Блин, я так понимаю, фетиш на лестницу разработчика. Чё, а ну сай болеть будет? Тогда полечимся. Бахнем капса и просрем весь эффект. Ну, ультра-убер-мега заряженная атака. Ах ты черт, он умеет ворачиваться. И этот мужчина знает ворота. Нормально, чё. Да хорош, бро. Ну неужели я ему дал по щам? Обломал рога, так сказать. Куда ворачиваться собрался, а?
Ну вот, анимация уже закончилась. Я не могу щит поставить, потому что дерьмом написаны ваши анимации, ваши увороты. Ну серьезно. Ну вот что за херня? Вот уже как бы все, я хочу щит ставить. Нет, пока анимация не пройдет, пока он своей колотушкой ссаной не махнет вокруг своей спины, нельзя щит поставить. Ну что за упущение? Ну это же просто пипец. И они еще по два противника ставят в одном месте. А в первом мире было по три противника. Ну нормально, чё? Звучит честно, звучит справедливо. Вопросов не имею. Ладно, нужно попробовать не гореть. Влад, я уверен, это не так-то сложно. А, снова два противника. О, здравствуйте, я уже забыл, каково это. Играть в нормальные игры. Давно ничего нормального не было, знаете ли. Я нажал у ворот, я просто отвечаю, я прожимал его, как сатана. Он ни хера не применяется. Конечно же он не упадет. О чем речь, бро? Блин, прям бесит игра. Просто интересно, к чему же мы в итоге должны прийти-то? Чё, братан, хорошо отпрыгнул? Еще будешь? Может, я его в серию станлок смогу ввести? Ну да. С такими-то анимациями, конечно, я введу что угодно его. Куда идем? Зачем идем? Непонятно. Надеюсь, тут не будет слишком много загадок. Ну, потому что не хотелось бы. Развилки, вы серьезно? Ну, давай активируемся. Че, как бы, может быть, на этом серию закончим? Наверное, да. Наверное, да, чтобы я ее успел отрендерить, залить поскорее. Думаю, мы так и сделаем. Надеюсь, вам было интересно. Постараемся допройти. Ну и, в общем-то, все пока что. Всем большое спасибо за просмотр. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.